Хай, я Джози Марон. Я играю Мия в Need for Speed Most Wanted. В игре ты можешь гонять без всяких правил, но в жизни будь внимательным на дороге. И пристегни ремень. Это ящик с болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрёшься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Thank you.
Парень, ты не туда свернул, верно? Мне нравится твоя тачка. Ого, сколько всего. Весь этот тюнинг для понту или для дела? Интересно, а если посмотреть под капот? Это идея. Наверное, мы туда заглянем и найдем много такого, что не указано в техпаспорте. Ты против? Может, начнем? Вызывай эвакуатор. Похоже, докатался ты, гонщик. Открою тебе маленький секрет. Все гонки в Рокпорте закончились. Понятно? Я подготовил милый сюрприз, который не понравится ни одному гонщику. Выходи из машины. У меня превышение скорости, попробую догнать. Внимание всем в районе, присоединяйтесь. В следующий раз нас не отвлекут. Славная машинка. Привел хвост. Рейзер, он сам прицепился ко мне. Цыц! Вот теперь тут на одного лоха больше. Надо просто забрать машинку и послать нафиг. Вряд ли он лох. Тачка хороша. Лучше всех ваших. Против этой тачки у тебя нет шансов. Но это еще надо доказать, киска. Ты меня плохо знаешь. Спорим на что угодно. Я сделаю этот велосипед прямо на старте. Ну-ну, сколько ты готов поставить? 5 штук. 5 штук, что мои ребята его порвут.
При чем тут твои цепные псы? Я сам пачкаться не стану. И не было такого, чтобы ты, киска, решала, что мне делать. Ага. Он же номер 15 в списке. Для него это мелко. У него есть стиль. Ладно, все ясно. Так вы струсили, да? Урою. А 10 поставишь, а? Вот так. Хочешь поднять ставки? Ну давай. Эй, это полиция? Тут какие-то хулиганы у пристани решили гоняться. Разносят все вокруг. Приезжайте и скорую захватите. Если ты еще не понял, ты не понравился мне. Совсем. Переключиться на канал 2 и следить за погоней. Формируется группа прикрытия. Ждите дальнейших указаний.